130 книг известных ученых и писателей было переиздано в преддверии празднования 550-летия Казахского ханства. Среди них масштабный труд Мухаммеда Хайдар Дулати, Тарихи Рашиди и знаменитая трилогия Ильяса Сембердина «Кочевники». Презентация под названием «Вечная история Великой Степи» состоялась сегодня в Национальной академической библиотеке. Там же пройдет международная научно-практическая конференция с участием представителей из 23 стран мира. Это имеет большое значение не только для Казахстана, я думаю, имеет большое значение для Евразийского экономического союза, для всего Содружества независимых государств. Мероприятие поможет мне принести новое содержание в моей лекции, в том числе отметить исторически глубокие корни казахской государственности и влияние этого на национальную идентичность казахского народа сегодня. Большинство книг издано на трех языках, на казахском, на русском и английском. Почему? Для того, чтобы не только внутренняя аудитория знала о истории Казахстана, о месте Казахстана, вот, мировой цивилизации, но и мировая общественность знала.